Итак, всем привет, ребятки. Ну чё, пошли спасать мы Кидман, да? Ой. О, у меня только один патрон в дробовике. Чё ж так печально-то? Да блин, иди ты в жопу, придурок. Поджигай же их, баран. Понятно, он что-то не хочет. Боеприпасов нет. А что, у меня вообще патронов нет, что ли? Ладно, давайте, валите меня, братишки. Ага. Там что-то больно много братишек, согласитесь. Вообще капец. Ну. А у меня с патронами напряги. Я просто как хотел, я же хотел по красоте все сделать, да. То есть поджечь его, но как всегда не успел. Просто для нашего главного героя зажечь спичку, это надо где-то час времени получается. Это, конечно, полный капец. А что у нас вообще с оружием? Я что-то не понял, что у нас так все плохо-то. В магнуме 0, в этом 2. Есть один шприц, в арбалете нифига нет. Ну, в снайперке 3 патрона есть. С моим навыком я жду снайперство, это вообще пипец, конечно. Ну да. В общем, да. Братишка, поджигай. Ну да, у меня же вот этот бред такой конченый, вообще, это просто пипец. Я жду. Ему поджечь спичку, это пипец, я не знаю, это надо 3 часа. А чё он только одного застрелил? Ой. Ой. А все из-за того, что ты тормоз, братишка, вот, понимаешь? Был бы ты нормальным человеком, не было бы вообще никаких проблем. Поджег бы сразу всех, да и все. Поджигай, братишка. Этот уже встает, падло такой, а? Ну все, поджигать смысла нет, так берем спички. Где-то у нас патроны. Это я. Так, контрольная точка. Да подожди, дай патроны собрать. Если бы не ты. Ну да. Благодарить будешь позже. Возможно, это еще не все. Берегись! Ничего не могу оружие достать, наконец-то. Подожжем их от греха подальше. Так, погодите, надо подлечиться, братишки. Так, патроны, патроны. 3 к дробовику. Два к пистолету. Так. Чем мы там подобрали-то хоть, непонятно вообще. Ой, а, к дробовику, походу, опять подобрали. Или нет? Че у нас на туре вообще? Давайте посмотрим. Магнум нема нифига, снайперка нема нифига, арбалет нифига. Шприц теперь одна штука есть, может быть, мы шприц подобрали. Давайте сначала все здесь исследуем. Может быть, где-то еще какое-то добро есть. Вот, к примеру, смотрите. Ну, плюс одну детальку себе замутили. Уже хорошо. Вроде бы и все. Так, еще у нас есть вариант, кстати говоря, пройти вот туда, за дверь, я так понял, да? А, не, нельзя, он не хочет ее убивать, понятно.
живучий кусок дерьма. Да, с патронами у нас все вообще печально, чуваки. Арбалетный стрел я, получается, сделать не могу, да? Ну да. Вообще печаль полная. Кстати, смотрите, мы можем спускаться по лестнице, а можем походу вызвать лифт. А в чем прикол? Так. А давайте теперь попытаемся его вызвать лифт. Это, конечно, будет немножко даже бредовенько, но я все же хочу попробовать. А, может быть, когда мы откроем двери лифта, там будут какие-то вещички лежать, как думаете? Потому что все-таки там нам выпал гель. Как ни крути. А, статуэтка, ребята. Вы поняли? Ага, проехаться больше нельзя, я понял, то есть, значит, лифт для того и был столько сделан, для статуэтки, понятно. Блин, кстати, я братишка там писал, где статуэтки следующие будут, а я уже забыл. Там что-то на каком-то кране, по-моему, он писал будет. Ну что, уже один ключ нашли, в принципе, тоже уже это радует. Хотя, конечно, сейчас, именно сейчас, нам бы, конечно, не помешало бы понаходить еще, потому что у нас с боезапасом больше... Я так рад, что ты жива. Большие после проблемы. В церкви я... Ты был в церкви? Да, и я, и Джозеф. Ему крепко досталось. А тот мальчик из больницы? Лесли? Я нашел его в клетке, но он испугался и убежал. Так, фонарик нам не нужен. Тут, в принципе, светло. А он, кстати, какие-то краны. Наверное, мы сейчас будем по этим кранам ходить, потому что мне братишка писал, что одна из статуэток будет где-то там на кранах. А может быть, я уже где-то и пропустил, фиг его знает. Да, печально, реально, у меня только патрон к пистолете и 4, по-моему, в дробовике или сколько там, ну да. Дробовик, конечно, классно, он решает, но... В целом, это все очень печально. Ребята. О, к снайперке один патрон. Ну что, это уже, кстати, кое-что. Снайперка, тем более, что снайперка реально оружие неплохое. Уже кое-как можно будет отстреливаться. Ну да, судя по всему, мы пойдем сейчас к кранам, потому что направление вроде бы именно туда. Так, походу, надо через эти двери. Ну, давайте сначала все осмотрим. Может быть, тут есть где-нибудь чем поживиться. Нам сейчас реально нужны всякие вещички. А, не, нифига тут нету ничем поживиться. Ребята. Представляете? Ладно, тогда погнали вот в два двери. Убивать он почему-то не захотел. Захотел так вот. Кажется, мы все видели что-то странное. Тихонечко открыть. У тебя кровь из носа не шла? Голова не болела? Нет. А что? Такое было у Джозефа. Он словно превращался в одно из этих существ. Может, это не на всех действует? Хороший вопрос, кстати. Что-то рука чья-то или это манекен? Больше, да, походу, это больше похоже на манекен, а там фиг его знает. Так. В ящиках нифига не было. Манекена, к сожалению, тоже. Гель. Братички, вы мне бы патронов бы дали. Я гелю, конечно, тоже чрезмерно рад. Но в данном случае я был больше бы рад именно патроном. На чем все двери так тихонечко открывают? Я ему говорю, давай с ноги, братишка. О, все так тихонечко. Бляха, там сверху какой-то фуфел. Я сейчас офигею, если будет какой-то мини-босс. С моим-то запасом оружия. Братишка, у тебя кровь пошла. Скушай гематогенчика. Нет,
Только не я. Подлечи братишку там. Себастьян, что? Не подходи. Опа, два. Он что, завалил телочку? Или телочка ему дала по шарам? Походу она от него куда-то убежала. Опять я совсем один. А, она закрылась, да. Ну правильно. Что произошло? Ты в меня стреляла? Ты начал превращаться в монстра. Ты напал на меня. Извини, но теперь ты порченый. Он пытается остановить меня с твоей помощью. Погоди, ты о чем? Короче, мы тетю решили спасать. А она нас при первой же возможности, короче, кинула. Черт! Понятно, тут заперто. Открою, открою, открою. Лесли? Лесли, это ты? Тут, походу, открыто, да? Ага. Открывай, братишка. Здрастите. Отлично. Еще немного. Че за дверь такая? Ее чем-то забаррикадировали, что ли, там или что? А? Что такое? Рувик? Помогите, 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 помогите! Эй! Если Рувик близко, братишка, то ты бы лучше побыстрее открывал дверь. Молодца! Ух, ё! Контрольная Лесли. Точка. Отлично. Лесли, Лесли, Лесли. Где твои... Гамьесли? Так, а чё тут? Ничего нету, да? Блин, устал все двери как-то медленно открывать. Надоели. Больше нельзя с ноги, представляете? Стопудов, что надоели эти игры. Офигеть вообще, а. А, опять этот газ, что ли, конченый? Да вы задолбали с ним газом. Ох, не опасно. А, тут, значит, нельзя стрелять, братишки. Тут нельзя стрелять, братишки. Фонарь потуши. Кстати, прикольно сделали, да, то есть оружие получается у нас как бы есть, но пользоваться им нельзя. Так. Чё за фигня? Бляха, еще один. Потому что мы все взорвем сразу. Блин, мне надо к лестнице пройти как-то, братишки. Как мне пройти к лестнице? Этот Вася прям лестницу патрулирует, видали? Блин, а из-под стола я, получается, кидать не могу. То есть мне по-любому надо как-то встать, кинуть, чтобы он отвлекся. Блин, печалька. Короче, я так думаю. Смотрите, сейчас он пойдет спиной. Мы проходим. Угу. Офигеть. Ага, они по лестнице лазить не умеют, это радует. Как мне их там поджарить? Просто стрельну туда или чё? Чё-то я не врубаюсь совсем ничего делать. Должен же где-то быть ключ. Вообще, офигеть, мне теперь еще какой-то ключ надо найти, братишки. Фу.
Да, моментик что надо. Моментик очень непростой. Один не лазит, я не вижу никого, блин. Сейчас только вылезу, он, наверное, меня сразу же приходит. Там кто-то в тумане ходит, я вроде бы как вижу. Ключ. Где найти ключ? Походу, у этого охранника ключ. Правильно. Где он там? Бляха. Придется его в рукопашную как-то валить, ребят. Я даже не знаю, как. А, так он тут не один, нифига себе. Ну да. Я про это и подумал, что не опасно. Блин, да это реально печалька. То есть мне их нужно либо валить вот этим вот скрытым убийством, да, в стелсе, либо как-то все время от них сматываться. Но я, честно, я просто не совсем врубаюсь, где искать этот ключ. Да, блин, с ней вот в одно время, да, как бы и задротский такой квест, что называется, и в то же время как бы интересно проходить. Не видно нифига. Обосрался. Кстати, там гель лежит, видите? Давайте возьмем геля. Ну да, в общем, да. Взяли геля. Непонятно, как он меня выкупает, да? Потому что... получается, что я шарачком лазил, да, там туман, то есть как у меня выкупил, когда я стоял спиной к нему. Стрелять, я так понимаю, смысла нет, потому что взорвется все, несмотря на то, что я сейчас наверху. Угу. Должен же где-то быть ключ. Нам бы этого братишку как-то скрытым убийством бы завалить. Он слишком быстро передвигается, заценить. То есть, походу, это в расчете на то, чтобы мы скрытым убийством не убивали. А именно, чтобы там бегали, да, прятались. По-другому я это реально объяснить не могу. Там, по-моему, кто-то сидит, да? Кстати, вот там ключ. Давай, братишка, давай, ты сможешь. Красава. Ты просто красава. Я вроде где-то слышу еще какие-то звуки, а вон, да, совсем рядом. Еще какой-то падла ходит. Ух ты, куда он ломится? Жалко, что этого придурка не было топора какого-нибудь, да, чтобы я вооружился.
Блин, запарный момент, честно говоря. Это мне сейчас надо, короче, дождаться, пока он будет опять проходить, как-то его тоже убить скрытным убийством, а потом уже того Васю, который там сидит, кушает, как-то завалить. Он что, кстати, не торопится сюда на самом деле, как я смотрю. Зацените, что-то его не видно. Ой, таких там двое кушают, нифига себе, а как же мне... Я что-то вообще не врубаюсь. Есть разве что, знаете, какой вариант? Вот там вот вентиль какой-то, может быть, он типа газ отключит, как думаете? Сейчас же я только туда пойду, этот придурок откуда-то вылезет по-любому. Походу, я сейчас не спалил. Походу, спалил. Я прав, да? Ну да. Надо дрочить вентиль. Как всегда, он его должен крутить 3 часа, судя по всему. Ага. Падло, их тут много. Давайте, знаете что, где там наша снайперка? Хоть на одного сократим, правильно? Ой. У меня спички, по-моему... А, есть еще. Блин, один патрон остался, пипец. Дробовику. О, еще 2 нашли, отлично. А там двое каких-то братишек кушало, помните? И возле них была карта. Ну да, вот. Ага. Поджигай их от греха подальше. Братишка. Фиг его знает, еще вдруг встанут. Так, хорошо. Взять тут нечего. Шприц у меня хоть есть? Не, шприца нет. Так, мы нашли ключ-карту. Давайте валите сюда, мне что-то реально стрёмно тут даже больше находиться. Как отсюда свалить-то? Тут прятаться можно. Или слушайте, а где мы, собственно, тут, да, валились? И они, по-моему, как-то выбрались отсюда или чё? А, ну да, вот, смотрите. Это у братишки, кстати, топор был. А топор оружие хорошее. Так, что-то я не врубаюсь. Братишки, вы не помните, как мы там, блин, мы же как-то топали, топали, помните, как здесь вот между этими приколами и вышли тогда к той двери. А, вот она, да, вот. Угу. Топор у нас еще на месте, хорошо. Кстати, вот палец вверх, по-другому тут не скажешь, очень понравился момент. Просто шикарно сделано на самом деле. Реально как бы было и стрёмно, и сама эта задумка интересная, да, то есть нельзя стрелять. Очень классно. Побольше вот таких вот моментов. Я же вот игра какая-то такая, блин, местами раздражает, да, местами реально очень круто сделано. Джозеф бегает, они там, короче, все бегают, как детишки, да. Это Кидман бегает, спасай её, Джозеф этот бегает.
Так, фонарик тушим, потому что уже нет в нем никакой необходимости. Да, слазь, братишка. Контрольная точка. Отлично. Да блин, я сейчас буду разбивать эту фигню, и он, наверное, топор поломает. Не. Красава, братишка. Тут одна деталька и все, что здесь было. Пипец. Так, мое предложение сделать к арбалету хоть один патрон, наконец-то. Разрывной теперь у нас будет. Так, по логике нам куда-то туда. Ну, давайте сначала все как всегда осмотрим, да, потому что... Ну, хотя тут, походу, осматривать нечего, да, по всему. Так, варианты. Это дверь. И здесь еще все смотреть. Ну да, вот, кстати, смотрите. Нифига себе, я чуть не пропустил к снайперке патрон. Нифига себе. Ребята, о, еще одна деталька. Вот по лестнице вверх, смотрите. Блин, тут вариантов что больно много, я такое не люблю. И тут еще, смотрите, что-то есть. О, нифига себе. Тут вообще закачаешься. И к дробовику, и к чему хочешь, патроны. Ага, понятно. Ладно, кидай ружье, да давай перезарядим все на свете, что у нас там есть. Пистолет у нас и так. Да, эту фигню перезарядим. И снайперку давайте перезарядим. Аж два патрона мы нашли. Вообще отлично. Теперь берем топорик. Так, и вариант у нас лезть наверх и еще вот куда-то вот там вот дверь. Давайте сначала, может быть, наверх, я даже не знаю. Так, тут тупик. А тут какая-то параша с манекенами опять. А, вот тут, по идее, мы опять что-нибудь поживиться сможем, да? Вроде бы, да, вернее, помещение для этого создано. Да, вот геля тут мы нашли. Офигеть, да, топор? Топор как понадобился, как раз как будто для этой ситуации. Отлично. Ну да, не зря мы сюда решили сходить, пожалуйста, две спички. Гель. Вещи очень необходимые. Так, тут у нас пусто. Ну, судя по всему, нам надо возвращаться, да, к той двери идти. Или вот тут пролазить. Ага. Блин, так может быть я ошибся. Может быть надо было сначала ту дверь исследовать. Ну, падла, а? Походу так оно и есть. Погнали, чуваки, тогда дверь исследуем. Потому что, может быть, там что-нибудь будет. Правильно, нам сейчас реально надо собирать боезапас. По-другому никак. Это 100%. Так, дверь, дверь, дверь. Прикиньте, сейчас окажется, что та дверь заперта. Это будет нечто. Мы такой путь назад проделали. О, тут можно хоть так вырвать. Фига себе, тут темно. Так, что мы тут нашли? Дневник Себастьяна Кастеллануса, август 2012 года. Как будто у меня мало проблем в семье и на работе. К нам с Джозефом прикрепили стажерку. Супер. Будем няньками. Кидман еще совсем зеленая, но как у всех новичков в наше время, само мнение у нее выше крыши. Каждый раз, когда мне приходится слегка обходить правила, я ловлю на себе ее косые взгляды. Она не понимает, что это часть работы, что иначе закрыть дело бывает просто невозможно. Что до ее характера, то Кидман холодная рыба, совершенно отстраненная. Ее задача наблюдать за обстановкой и помогать нам, но иногда мне кажется, что она ученый, который смотрит на чашку Петри, где сидим мы. Словно она просто изучает нас вместо того, чтобы самой учиться. Есть в ней что-то, что меня бесит, но я не могу понять, что именно. Джозеф, как обычно, говорит, что я все выдумываю, кажется, он в нее влюбился. В общем, ясно одно, с ней нужно держать ухо востро. Ну вот, мы открыли тут зеркало, кстати говоря, так что точно мы не зря сюда решили сходить. Правда, если нам что там делать, разве что использовать наш ключик, семиключик, а так-то ведь по сути у нас ничего нету. Еле мы собрали довольно-таки мало, да, сколько там, 1005 или 6. Серийный убийц. Короче, надо газетенку почитать, да, я так понимаю. Ну да, да. Пропал следователь, искавший серийного убийцу. Его имя и что с ним стало, неизвестно. Поиски серийного убийцы остановлены. Полиция опровергает слухи о том, что главный следователь пропал без вести. Тут тоже есть что-нибудь, да? А, нет, на этот раз нет. Теперь вам лучше. Ой, ты вообще закачаешься, как себя чувствую. Так, погнали тогда, используем наш ключик-семиключик.
Один мы нашли, к счастью. Маловато, конечно, но тоже кое-что. А, прикиньте, мы тут все сейфы открыли уже на этой стороне, прикиньте. А, не, не все. Я еще никогда так не ошибался. И чё там? Это чё? Это типа, это прикол такой, да? Типа, там лежит что-то, но ты не можешь взять, потому что ты дебил, да, называется. То есть, а как мне взять болты оттуда? Смотрите, о. Это нечто, как это было трудно сделать, ребят. Все. Ну, такое, честно говоря, ячейка, да. Болты это хорошие, эти электрошокерские, потому что они, да, сразу толпу зафигачивают, но, честно говоря, ничего такого сверхнеобходимого я, короче говоря, там не нашел, к сожалению. Ну, ладно. Так бывает частенько, да, эти ячейки со всяким левым дерьмом. Ничего не поделаешь. Я даже не знаю, идти нам к тому креслу или нет. Сколько у нас того геля? Давайте посмотрим. 5650. Ну, блин, реально, даже не знаю. Просто сможем ли мы с таким количеством геля вкачать хоть что-нибудь? Большой-большой вопрос на самом деле. Ну, сейчас поглядим. Ну, можно, кстати, вкачать там здоровье. Это уже, в принципе, неплохо. Максимальное время ускорения. Урод рукопашный, лечение списаем мы не можем. Так, оружие. Кстати, а магну можем как-нибудь вкачать? Не, на множитель урона нам не хватает. То есть... Точность можно увеличить, но я в этом смысла особого не вижу. Дробовик мы и так уже раскочегарили. Арбалет тут тоже время возведения, дальность. Болты агонии можно пытаться. Вот разрывной болт, кстати, можно прокачать. Да. Можно вкачать, кстати, разрывной, он будет больше урона наносить. Давайте, кстати, я, наверное, это и сделаем даже. На самом деле, почему бы и нет, разрывные болты теперь будут наносить намного больше урона. Так, ну, а тут, короче, нам ни на что не хватает, да. Ну и все тогда, что у нас, вариантов вообще нет никаких. Емкость магазина для пистолета разве что увеличить. Опять-таки смысла я не вижу. А снайперку как-нибудь можем прокачать? Скорострельность, время перезарядки, емкость магазина. О, критические попадания снайперки можно прокачать, прикиньте. А чё, давайте. Почему бы и нет. О, это такая вещь, что вполне может пригодиться, согласитесь. Отлично. Теперь давайте-ка сохранимся. Куда-нибудь там в конец. Принять. Все, сохранение. Профиль сохранил. Так, ну что, будем тогда портироваться назад. Да, портуемся, ёпты. Ништяк. Так, куда там нам дальше? Так, фонарик нам пока не нужен, походу. Все, надо идти по лестнице. Ну, в принципе, диван неплохий, чё. Так, кое-что у нас есть, да, кое-кое уже оружие. Плюс немножко прокачали снайпер. Хотя, конечно, хотелось бы больше. Я же у меня вот, блин, разочаровал, конечно, сейф. Я все надеялся, что там нам или геля нормально выпадет, да, или реально какое-то там оружие. А в итоге нам получилось, что электрошокерские болты, они на самом деле, повторюсь, неплохая вещь, но в данной ситуации, конечно... Нам были бы нужны другие вещички. Проще говоря, я вот после этого прохождения этой игры все больше начинаю задумываться, может быть, мне реально потом взяться за вселенную Resident Evil, да, попытаться пройти все, начиная с первой части, тем более, что я слышал, что там вроде бы первую часть еще и... переделали, ну, в плане графическом, да, то есть будет намного прикольнее, поэтому посмотрим. В принципе, проходить мне еще очень много чего предстоит. О, Джозеф, братишка. А, на этом все? Нифига себе. Профиль сохранен. Да, проходить мне еще нужно и Alone in the Dark, и вот у вас второй, когда он выйдет. Ну и там полно у меня в списке, конечно, игр, поэтому... Ладно, давайте, да, сохранимся, почему бы и нет.
Опять куда-нибудь в конец. Хорошо. Ну и следующий эпизод. Кстати, я походу где-то уже возле конца, потому что мне говорили там то ли 14 всего этих глав, то ли сколько, а мы уже на 12, то есть скорее всего мы где-то очень-очень рядом. Вот такие вот делишки. Слава богу, ты жив. Как ты добрался? Это было нелегко. Ну хоть больше не было никаких припадков. Повезло тебе. Эй, кажется, я нашел для нас транспорт. Школьный автобус, как это уже заезжено, да, прям такой шаблон, шаблонистый. Все время в фильмах ужасов убегают на школьном автобусе. Сейчас узнаем. Черт! Ну, Дуся. Что ты делаешь? Зажигание. Отвечай. Дрючит. Давай стартуй, ёпты. Короче, Кидман что-то скрывает. Падла, она, наверное, какой-то мразью потом еще окажется, а? Нифига себе, там что-то большое, ребят. Я сейчас офигею, если мне с чем-то этим большим придется свалиться, учитывая мой боезапас. Ёкарный бабай, что это такое вообще? Офигеть. Да сколько ж можно, пацаны? Ну когда мне уже дадут расслабиться хоть немного? Да ёлки-палки, я уже заколебался от этого дерьма. Офигеть. Что творится? Офигеть. Да он сейчас тут нас всех поимеет вообще. Вот это вообще говно. Ну и как? А как мне что? Мне что, с ним валиться надо? Вы что, издеваетесь в натуре? Офигеть, вообще мне с ним валиться надо, прикиньте. Еще вид камеры, как всегда, этот притрушенный, да? В башку стреляйте, бараны, мать вашу. Что он там делает? А что он делает? Давайте, кстати, я... Ой-о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 й
Ну, кстати, тут что-то валяется, смотрите. Да нафиг мне этот гель, ты, блин, гранату туда подбирать. Так. Сейчас. Жми, жми, жми. О, нормально, я его бомбанул, видали вообще? Так, гранату надо повысить по цифру 2. Потом надо, наверное, взять, наверное, снайперку, братишки. Я так понимаю, в этой ситуации, наверное, снайперка самое оно будет. Не, закачаешься, экшен такой вообще, а? Ну, падла, да отстань ты, мразь, а? Недоносок. Чё ты до кого упался-то? Блин, может быть, я зря сейчас стреляю, я попасть не могу тут. Ну да, он, походу, вообще бронированный. Ладно, не будем стрелять, потому что я так понимаю, что смысла в этом нет. Есть еще подобрать еще какие-то патроны? Да, вон, смотрите, есть какие-то патроны. О, нормально, он куда-то врезался. Чё, всё? Не знаю, как долго мы здесь продержимся. Контрольная точка. Достань пистолет, баран, что я патроны взял. И что теперь? Себастьян, они над нами! Берегись, у них динамит! Ладно, братишки. Короче, я так понял, что экшена нам сейчас будет хватать. Не, ну мне понравилось еще, офигительно, да? Из огня до в полымя, мы только начали новый эпизод, тут такая шишка за нами бегает. Я, блин, правда, снайперки зря растратил. Я думал, что надо было отстреливаться на ходу. Ой. Да, вообще закачаешься, конечно. Не, ну что, это понравилось, понравилось. Вообще, мне, кстати, вот эта вот часть поиграл, да, эта часть летсплея, мне очень понравилось. Все очень круто было пока что. Наконец-то хоть задротства такого уже особого нету, и при этом все очень круто, так в плане экшена сделано, как бы вообще закачаешься. Ладно, чуваки, в натуре на сегодня все. А я вам, кстати, благодарен за просмотры, за подписки, за лайки. До новых встреч. Пока.